Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин, но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного, ты живее всех живых. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринобу держит чип. Всем привет, с вами снова Артём, канал Яшин Геймс. Продолжаем с вами играть в Киберпанк. Мы с вами остановились на интересном моменте. Ой, я даже не заметил, что она, оказывается, тут сидит, блин. Погнали. Окей. Поехали. Надеюсь, больно не будет. У нас там какая-то сейчас процедура будет непонятная. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты окулист. И много у тебя таких заказов? Дофига. Обычно это материал девочек из клуба. Я просто, считаю, обрабатываю порнографию. Усиливаешь оргазмы? Скорее вырезаю все остальное. Для них же секс — это работа. Думают они о другом. Как платить кредит, что дарить мужу, из чего ужин готовят. Но даже там можно кое-что изменить, подкрутить и превратить эмоции во что-то незабываемое. Так что работа творческая, и я не жалуюсь. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все, готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу, чтобы освоиться с редактором. Так-так, что бы тебе тут? А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Что ты выбрала? Налет на магазин в Хейвуде. Новички снимали. Не помню, где я это откопала, но для нас в самый раз. Начнем? Ёпча. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился, а потом пущу в режим изменений. Погружение через 3, 2, 1. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Ого. Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин, но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного, ты живее всех живых. Меня как будто шибануло чем-то. Последняя секунда была просто жесть. Это невозможно забыть. Могла бы предупредить, что умирать так больно. Боль от настоящей смерти намного сильнее. Я бы так не сказал. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменений. Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Запись можно продолжить с консоли. Попробуй. Финасе. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все.
Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай, попробуй вернуться к самому началу. Алёпа! Ага, круто. Теперь промотай вперед. План простой. Никаких удастся. Выгребаешь бабло, отваливаешь и продаю брейдинг. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть сам. Интересно, интересно. Так, и что дальше-то? Теперь самое интересное. Собственно, то, зачем ты пришел. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Остановимся тут. Выделенные жирными части дорожки содержат подсказки, доступные для сканера. Подсказки будут подсвечены на протяжении всего фрагмента, если в редакторе будет нужен выбран нужный слой. Подсказки могут наложиться друг на друга, та часть дорожки, где это произойдет, будет подсвечена особенно ярко. После сканера подсказки пропадут с дорожки. Так, и что делать? Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь, даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имел. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Вот, хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Несколько источников звука. Ощущения? Просто охренеть, правда? Прямо как будто рядом стоишь. Вот. Этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Кари и мясо с креветками. Всем лежать! И что делать? На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише, я... Давай! Шаколову тебе нахуй отстрелю! И что делать? Что переключить между своими брейн-данс, нажмите левый shift. Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные.
дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Ха, неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту тёлку у прилавка. Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Отлично, поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Понимаешь, он даже не видел, что в него стреляют. А ты увидишь. Вот, смотри, по-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения, и просканируй его. Подключены камеры наблюдения. Найти на записи экран подключенный. Ему всадил пулю его же Чунга. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваливают. Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Вот это да. Свой же убил, короче. Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим запись Эвы? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Короче, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно. Ладно. Сейчас подключу тебак и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности, будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. Тибак профессионал. Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. Ты типа разрешил? Джуди, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Окей. Звоните Бак и погружаемся. Привет, Ви, что такое? Бак, слушай, у меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейнданс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Да неважно. Не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Стартуй, либо пиздуй. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринобу держит чип. Судя по виду, ты просто мясо для Эмли. Я угадал. Эвелин, ей было страшно. Но она быстро взяла себя в руки. Я сказал нет.
Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, Располагайся пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Переключиться на слой звука, просканить телефон Рябинова во время разговора. Переключить слой. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как мой опасно... Отец, замученный безыдейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сакура, безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Документы на чип. Включенный планшет на слой изображения. Ёпси. Сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начирикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. И чё? Чё дальше-то? Включённые планшеты Юринобу на свои изображения. Но звук вот изображение. Окей. Я сказал нет. Значит, погибнет. Бегом начнется. Просканировать систему безопасности. Ну я и так просканировал ее. Себе тут камеры, датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Военные импланты. Туда нельзя пройтись. Думочки.
почему... Ну где-то здесь какой-то слой, я так понял. И чё мне где? Включённый планшет Юринобю на слои изображения, блин. Почему? Я не вижу нихрена. А, здесь вон что. Система безопасности, короче. Надо за ним посмотреть, куда он пойдет. Все? Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди, найду что-нибудь подходящее. О, вот это тебе понравится. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да, иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Юринобу держит биочип. А, зашибись, блин. Тепловой слой. Сканировать предметы с тепловым излучением, блин. Ну и чё, ничего не отображается сейчас пока что. Он здесь. Что делать-то? Там все темное, блин. Зона покрытия, блин. Я так полагаю, надо выйти отсюда. А там уже зоны покрытия нет, понятно. В ногах, что ли? О, пистолет. Я не пойму. Воруй ко мне. Как я скучал. Воруй ко мне. И что нам делать дальше? Все? Просканируй предмет с тепловым излучением, чтобы найти биочип. Самое начало, может быть, надо. Ну. Ну там явно нету. О. Ого, Донахис. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Слишком низкая температура. Есть риск колебаний. Так, давай заново. Ну точно не в этом мудаке.
Где-то здесь. Шампанское. А где еще может быть, блин? О, что-то есть. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юринобу точно держит кейс тут. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай, редактор. Просканируй систему безопасности апартаментов. А я не сканировал ее, да? Я, видимо, не все обнаружил в системе безопасности. Это просканировано. А там что-то есть еще. Он же не просто так зашел туда, правильно? Вот еще одна камера. Где-то что-то я еще не заметил, видимо. Я сказал, нет. Погибнешь за правое дело. Минуту. Программа пока на стадии испытаний. Пожалуйста, не спешите. Экту особое внимание и может объяснить, как опасно. Замученный безыдейный дед. И не любит перемены и хочет жить вечно. Пожалуйста, такие выражения. Так послушай еще. Он потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. А почему написано, что типа я не просканировал? Видимо, что-то я забыл, да? Видимо, какую-то систему безопасности я проглядел. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налета. Да все, тут больше делать нечего. Икс закрыть, блин. Дополнительное задание, видимо, мы не смогли выполнить. Нафиг с ним. Нашел, что хотел? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейн-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Нам нужен был этот брейн-данс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот брейн-данс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Ну, погнали. Долго мы возились, конечно, тут. С этим брейн-дансом. Все, но... пойдем. Пойдем.
Инфа про Юринобу, про чип, брейн-данс из Кампеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Хочу понять, что ты не блефуешь. Не хочу вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке, правда? Поверь, все под контролем. Неужели ты не боишься? Арасака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого падет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Кажется, я понял, откуда ты столько знаешь про Юринобу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. То есть вас объединяет секс? Бизнес. Только бизнес. Ты уверена, что Юринобу не ожидает от тебя подлянки? Юринобу ни о чем понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с дозором. Хотя, если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Декс просто посредник, при этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по уму. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой. Легенды и предателя мне тоже, бля. Нет. Декс дал мне шанс. Он мне доверяет. А теперь я даю тебе шанс. 50%. С такой суммой на счету на Декса можно забить. Нет, Эвелин. Дело не в деньгах. Я думала, ты наемник. Дело всегда в деньгах. Я не буду подставлять того, кто мне доверяет. Извини. Ладно, я ни о чем не спрашивала. Ви. Что? Надеюсь, ты так же удачлив, как и наивен. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Скользкая дамочка, короче. Так, у нас какие-то очки способности появились. Пошли. Как дела на фронтах, мистер Ви? Эта запись Эвелин из Кампеки стоила потраченного времени. Не плачь. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. А что с болтом? Пока ничего. Сейчас займусь. Тибак говорит, что без него у вас нет шансов. За работу, мистер Ви. Позвони сотруднице Мелитеха Мелидит Стоут. А. Ты, чё это у нас? Чё, блин? Чё, потырим тут немножко? Та-дан-та-дан-та-дан-та-дан-та-дан. Та-д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 а. Это ж можно брать, правильно? Никто ничего не сделает. Ты смотри, какое миленькое личико. Магазин, что ли? Серьезно? Это магазин или что? Я не пойму. А, так мы пришли отсюда. Только тут и другие ребята. Или другой выход. Что-то я вообще запутался. Так, там бар. Но бар нам нафиг не надо. Мы уже выпили все. Не заходи, а выходи, блин. Так. Чё нам надо?
Джеки Уэллс. Фига он быстро отвечает. Так, кому мне там позвонить надо? А, сотрудница Мельтеха Мередит Стоут. Да, ну давай. Стоут, начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, заткни его! Говори, что знаешь. Быстро. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Первый съезд со Skyline в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. Крутая тачка, блин. Взломать. Типа у нас ресурсов нет, чтобы взломать. Так. Чё нам... Ё-моё, как тут все сложно. Находится человек, который умеет вести дела и будет сообщать вам, если появятся новые заказы. Здесь нужно без преступника найти улики. Почтомат. Здесь можно что-нибудь продать и оставить. Почтомат. Почтомат, почтомат. Давай к почтомату сгоняем, блин. Так, надо посмотреть, я забыл, как вид поменять. Исследование бой, интерфейс, транспорт, вот. Сменить камеру. Q, ё-моё, блин. Только там какая-то быстрая машинка. Так, ну давай. Продадим барахлишко. На, возьми. На, держи. Спасибо, мальчик. Помоги тебе Бог. Иди себе. А, с какими-то очками там. Чё продать-то? Ух ты, сколько всего. Требует. Нифига себе. А. 205 урона у нее, да? Нормально, блин. Это пистолет обычный. У меня какой-то юнити используется. Да. Здесь чё? 72 Лексингтон. Нифига себе, так-то получше, блин. А этот можно продать. А еще какой термический урон у меня там дает. А, ну этот тоже. Лексингтон. Давай поменяем пушки. Так, ну-ка. Снаряжение. Вот эти две пушки крутые, да? Какая из них лучше? 205.1. Так они одинаковые, по-моему, да? Копперхед. Ну да, одинаковые пушки. Можно одно продать. Этот пистолет оставим. Ух ты, прицел можно поставить. Нормально. Ну-ка. Прикольно. Но это, наверное, лучше прицел на другую пушку поставим. Ну-ка. Сними его, блин. Ну, во, все.
Вот сюда надо ставить прицел. А чё, нельзя? Нет доступных модификаций. Создание, улучшение. Типа здесь нельзя. А, блин. Убрать. А, колесико убрать, понял. Вот, вот сюда надо ставить. Вот теперь нормально. Так, что здесь у нас? Наваки. Это мы продаем нафиг. Это тоже. Так, давай продаем. Что мы продаем? Продать. Продать мусор. Да, нифига себе, мы с мусора насобирали. Штурмовая винтовка. Наваки. Какая-то слабенькая, короче. Это что? Пульсар. Тоже продаем. А, этот используется. Продаем. Револьвер, блин. Он вообще дешевый. Нафиг. Все, эти две пушки используем. Что еще продать? Катану нельзя продавать. Куртка школа волка. Нифига себе, ну там сколько всего, блин. А, это то, что там можно купить. Сейчас мы, в общем, торговлю завершим. И завершим с вами эту серию тоже. Уже затянулись. Мы уже затянули. Так, чё я? Рюкзак, вот, что у нас есть? Ё-моё, сколько всего тут есть. Персонаж, а вот у нас же навыки появились. Сила. Атлетика, уличный бой, интеллект. Взлом, реакция, короткоствол, клинки, винтовки. Техника. Хладнокровие. Что можем прокачать? Соколиный глаз. Давай. Что еще? Все? Больше очков нету? Ну да, все. Очков больше нету. Так. Шляпа солидная. Блин. Есть кое-что получше. Бандана. Здесь что? Торс. Одинаково. Оставим куртку. Рубашка, чего есть. О, это получше. Здесь что? Байкерские очки. Из полученного пластика. Ударопрочные армейские очки. Не, ну мы как у шлепки тут вообще. Лучше вот это оставим. Что со штанами? Порванные шорты с композитным покрытием. Йо, ну это вообще стыд сравнение. Так, здесь что, кочевнические? О, это получше будет. Особое. Что за особое? Особого ничего нету. Так, давай, продаем. Барахло ненужное. Что мы можем продать тут еще? Что у нас не нужно? А, ну это значок, это используется. Так, 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 так. Так, так. Ну, блин.
Тоже, наверное, продаем. Жилет без нашивки. Что тут у нас? Ни хрена себе. Ни хрена себе. Я так полагаю, что мы можем еще и принимать какую-то еду, чтобы лечиться, да? Анализатор гранат, кастет, термический урон, блин. А, это имплант. Можем, короче, все еще импланты поставить. Чего? Так, ну все, ребята. Мы с вами завершим эпизод на данной позитивной ноте. И продолжим уже позже. Ой, я его напугал, да, кажется? Прости, чувак. А как убрать оружие-то, блин? Хрен знает как. Все, всем пока, желаю удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.